А вот на свадьбе вы говорили, когда за стол садились, какой мелодию тогда играли? Нет, тогда она как не играла, там какая-то свадебная такая, тр-тр-тр-тр-тр-тр. И только, я говорю, как выпивши по рюмке, люди выходили. Mm-hmm. А сперва не выходили, сперва все это гуляло. Пристойно такое заведение, как приезжают жены, как выводят невесту, как они их там выкупают. Mm-hmm. А тогда приглашаем всех за стол. Садятся за стол, выпивают. Маша. По рюмочке. Начинаются у людях косточки. Зашевелились, тогда и проще играть, и песни петь. Маша, ну, обернешь мотоцикл. А вот были какие-то пляски, которые только на свадьбе играли, пляски? Вот я про это и говорю, такая какая-то... Ну, были нам, раньше типа... такие пляски на свадьбе, были и на танцах. Mm. Когда вот в наше время были, танцевали, плясали страдания. Mm. Это русского, такой был танец. Просто по одному выходит девушка или там парень, кто умел танцевать, плясать. И пляшет один, еще страдания с частушком, Цыганочку, я что было да, пляшать, вот цыганочка. Песня цыганочка. Да. А вот такое специальное, вот русского, которое только на свадьбе играли, была такая пляска, такая игра русского свадебного? Да, вот, и вот как русская свадебная, таким девки прессовой круговую по залу, там, например, вот стали стоять, а то им между столом какой-то переулочек, вот они выходили, кто показать, кто лучше спляшете. И вот тогда играли свадебная такая, вот как она такая, она, можно было и какие-то песни под ее напевать. А не помните, какие слова были в этих песнях? А это, если я наскажете, а я даже... Ты плясал ты на свадьбе. Блядь, когда давно дело было, это было, не 40 лет.